I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. And I know the roads to riches, and I know the ways to fame. I know all the rules, and then I know how to break them, and I always know the name of the game. But I don't know how to leave you, and I'll never let you fall. And I don't know how you do it, making love out of nothing at all. 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 Out of nothing at all.
Перед вами кобра, индийская кобра. Ну, вы знаете ее все по стойке характерной, которую она принимает. Как видите, этот полуторагодовалый самец в стойку не встает, не капюшонится совершенно, и даже ничем напугать его нельзя, потому что он настолько привык к рукам, что им полностью доверяет и ничего окружающего не боится. Более того, ручную змею можно попросить вот так замереть прямо на полдороги, и она замрет. То есть вошел в контакт со змеей с помощью рук. Для этого надо просто постараться почувствовать, что у змеи внутри, как она дышит, как у нее бьется сердце. И она в ответ тоже начнет слушать руку, и вот таким образом она замрет. Ну а если при этом ее еще и гладить, то она будет тихонько пошипывать, что у змей означает разновидность мурлыкания. Ну, как может, так и мурлыкает. Ручная змея не боится, когда ее трогают за голову, в отличие от диких змей. Дикая кобра вот при таком взятии сразу открывает пасть и пытается укусить. Ну, а ручная змея, как видите, совершенно спокойно терпит и не вырывается. Ну, и ее степень приученности такая, что можно даже ей влезть в рот таким вот образом. Но я сейчас не буду глубоко залезать, но если сейчас все-таки к ней всунуться и наколоться на зуб, то яду она не даст, потому что кусаться не намерена, и, соответственно, яд змеи умеют дозировать, сколько впрыскивать, много или мало, или вообще нисколько. И поэтому вот такая вот змея, называю, 146% гарантии прирученности. Единственное, что действительно я сделал поправку, на меня там был наезд, что вот я без предупреждения, что это кобра. Да, что-то да. Было, да, я помню. Я это поправил, было теперь такое, я предупреждаю, да. Сразу. Мы сначала определяем, что это кобра, и потом уже лапаем. Ну да, чтобы разницы, не было претензий. Разницы нет. Да. Что говоришь сразу коброй, что не говоришь, все равно лапают практически все. Даже те, кто тараканов боится. Вот. Ну, да. Хотя оно почти запаха нет. После линьки кобры чуть-чуть пахучие. У них такой специфический запах. Это вот. Смазка, наверное, остается. Да, да. Вот это вот их пропадает за 2-3 дня. Но если мы сегодня на солнышке погуляем, то он совсем пропадет у нас. Да, смайлик? Ты как? Какой у нас? Какой хороший. Ты как? Настоящий смайлик. Улыбнись. Улыбнись на камеру. Ну-ка, где наша улыбочка? Пим. Немножко кривая. Улыбочка, ну ничего. Ну что, берешь? Вот так вот, как лялечку бери его на предплечье. Нет. Планета Земля.
понравилось. Он почувствовал, что ты очень целый год ждала, что с ним встретишься. Я гостям всегда объясняю, что у змей очень высокая чувствительность к рукам, потому что они глухие, и между собой не приходится договариваться за счет прикосновений. Запахи и прикосновения. Поэтому очень хорошо видно, что проходят тысячи людей, и очень хорошо видно, как по-разному они ведут себя на руках. We shall dance.
Так никто не умер. Как вкусно пахнет. Хочешь попробовать? Ладно.
скрипится и правда, словно все по горсточке счастья раздавал. Не кричал, не плакал, слов не говорил, по зеленой скрипице пролиночкой